вопрос выбора клиники, вопрос выбора пациента. Тут, наверное, вообще у нас каждый день мы что-то выбираем, выбираем, выбираем. Просто мне хотелось бы, чтобы как бы люди выбирали более осознанно. Вот. А я не задумывался так активно, как должен выбирать пациент. Просто исходя из как бы моих пониманий, как бы я работаю хирургом, да, то есть я на эту проблему смотрю вот с этой точки зрения. Вот. Я считаю, что я должен предложить пациенту то, что как бы максимально отвечает качеству, безопасности, вопрос гарантийности, да, то есть вопрос длительного послеоперационного наблюдения, вопрос каких-то возможных коррекций. То есть, надеюсь, наступит тот момент, когда я скажу, ну, мне больше уже нечего вам предложить, я уже все предложил. Вот. То есть, с моей точки зрения, пациент должен как бы определять четко для себя, прежде чем он делает какой-либо выбор, что он хочет получить, должен понимать, что доктор его понял, и что он с доктором планирует получить примерно, как бы вот не абсолютно, да, вот они движутся в одном направлении. Вопрос безопасности человека должен волновать. То есть на самом деле ситуация какая? Мы, конечно, все хотим, чтобы не было осложнений, мы все хотим, чтобы не было проблем, но тем не менее они случаются, несмотря на то, что, например, и со стороны пациента, и со стороны хирурга сделано все. Вот. И в этой ситуации человек должен понимать, что как бы если возникнут какие-то определенные проблемы, доктор знает, что делать, а как бы в договоре эти моменты определены, и как бы тут уже случилось, делаем то-то, 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 поступаем так-то, так-то. Ну и вопрос как бы. Сейчас, наверное, очень часто говорят, что нужна реанимация, потому что бывают ситуации, которые требуют интенсивного лечения для того, чтобы ну, сохранить жизнь пациента. Вот. Клиники, в которых есть реанимация, делают на это упор. Клиники, в которых нет реанимации, упор на это не делают. Ну, как бы я считаю, что в определенных, выполняя определенные операции, то есть не все операции, но определенные операции, реанимация все-таки должна быть.